На стенах коридора на втором этаже еще нет картины дипломов. Ремонт завершили совсем недавно. Также привели в порядок пожарный выход. Здесь установили современные светильники с аккумуляторами. В хореографическом классе, где занимаются народными танцами, новое покрытие из натурального дерева. И также выполнен ремонт. А здесь буквально на днях закончили приводить в порядок паркетный пол. Чисто визуально мы же видим, что требует, как бы, и кроме того, есть педагоги, которые вовремя сигнализируют о том, что есть какие-то нюансы, вот, допустим, в танцевальных кабинетах покрытие, оно должно быть определенного качества, иначе танцуется не так, как должно танцеваться. Поэтому, естественно, руководство принимает эти сигналы к действию и решает вопросы в летний период к началу учебного года. Оценка готовности общая, нельзя сказать отличная, было бы нескромно, но хорошая, потому что, в принципе, педагоги выходят уже, готовят учебные классы к тому, чтобы они были готовы полностью и оснащены, и разложен инвентарь. Я думаю, к 16 числу в полном объеме с картинами, с методическими пособиями, со всеми необходимыми предметами все будет готово и будет ждать своих учеников 1 сентября.